зачем ты сюда пришел? Ну, решил тебя проведать. И? Тебя бросил Рекс, и я пришел тебя утешить. Я хочу побыть одна. Ладно. Блин, зачем я это сделала? Может быть, реально чем-нибудь поможешь? Может, ты позвать? Нет, даже не думай. Стой! Не уходи. Проходи. Расскажи все подробно. Он несколько дней не приходил вовремя. Так вот. Потом Трой за ним проследил, и вот. Потом оказалось, что я не единственная. Так что дальше? Ой, теперь он живет вместе с этой Евой. Понятно. Мой чаек. Почему все так? Все бросают. Даже ты. Что сразу я? Ты вообще 4 года назад первая начала. И что же 4 года назад? Сама догадайся. Знаешь, ты тоже не ангел. Получилось даже неплохо. Какой же мне позу принять? Такое, не знаю. Давай. Оп, все? Эй, ты что? Да, это было, но она это сделала специально. А я 4 года назад вообще с Рексом не встречалась. Хватит. Он ушел. Да, у меня все получилось. Что я получу? Ты получишь Эмму, она теперь твоя. Но когда кому-то плохо, то ее доверие очень легко заполучить. Ясно. Ладно, я побежала. Тут Эмма и Макс запалят. Теперь ты свободен, как птица. Теперь ты не зависишь от Эммы. Ты права. Стоп, это получается, что Ханна нам все время врала и специально все подставляла. Ладно, тебе все хорошо. Ага, прям все солнечно. Все равно, что произошло, уже не вернуть. Это было 4 года назад. А что произошло, то произошло. Но я тебя до сих пор люблю. Ага, вы все так говорите. Потом других находите. Нет уж, спасибо. И плюс у тебя есть Ханна. Да я не люблю ее. Да я и жил у нее, потому что не было выбора. Это ничего не меняет. Но я же говорила, что все уже прошло. Вдруг повторится, что так же, как и четыре. Кто тебя вообще знает? Может, ты какой-то наркоман? Господи, сколько у тебя ко мне претензий? Каждый сантиметр, каждый край души. Ну а где же он? Красиво, невыносимо, рядом с тобой. Почему ты не отвечаешь? Как мальчик попадаю в плен твоих флюидов, но не замечаю перемен.